Сегодня, 16 ноября 2015 года, в вооруженных силах началась итоговая проверка войск. Само по себе мероприятие масштабное, охватывает все вооруженные силы. И от рядового до генерала каждый военнослужащий будет показывать свою выучку. Все, что за 2015 учебный год каждый военнослужащий научился. И тем самым в конце всех мероприятий по итоговой проверке войск мы будем заканчивать этот год, определять результаты. Будут определены лучшие соединения, лучшие воинские части, лучшие военнослужащие. Я думаю, что тот девиз боевого состязания, который выбран, наше достижение великой победе, каждый военнослужащий своими результатами их закрепит, и мы будем действительно показывать свое мастерство профессиональное, профессиональную боевую выучку, и каждый будет достоин иметь те результаты хорошие, которые получат.